Вячеслав Сверчков с инспекционной поездкой побывал в школах своего округа. В эти дни как раз проходит приемка образовательных учреждений к новому учебному году. Школа номер один города Иваново основные работы уже завершила. Здесь сделали косметический ремонт классов, медицинского кабинета, купили новую мебель. И самое главное, отремонтирована кровля. Раньше протечки были с третьего по первый этаж. Ну вот мы сегодня обсуждали, вот все вроде бы хорошо, красиво, да, и уже окна во многих кабинетах пластиковые стоят, и рунстоят. Ставни кое-где даже. Но вот мы видим, что, допустим, двери с тех еще 90-х годов есть. Поэтому, конечно, сколько бы ни делали, все равно надо будет еще вкладывать средства в то, чтобы привести действительно в идеальное состояние школы. У 22-го лицея приемка совпала с визитом мэра. На подготовку к учебному году этому учреждению городом и областью было выделено 4 миллиона рублей. Отремонтировали кабинеты, столовую и частично само здание лицея. Ну, для того, чтобы нашим детям было уютно, тепло, комфортно, первое, с чего мы начали, это в рамках энергосбережения мы ремонтируем швы. Отремонтируем. Второе, у нас теперь новое крыльцо. Нашим детям будет не скользко, комфортно и приятно заходить в школу. У нас спонсоры подготовили, отремонтировали новый кабинет. Мы закупили более чем на 700 тысяч учебники. До приезда мэра готовность 22-го лицея уже успел оценить Госпошнадзор, комиссия по делам несовершеннолетних и полиция, проверив учреждение на предмет антитеррористической безопасности. Первую часть приемной комиссии лицей успешно прошел. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.